Чтобы приготовить щи из молодой крапивы, не нужно быть шеф-поваром ресторана. Способ приготовления напоминает всем нам знакомый рецепт обычных капустных щей. Однако недостаточно заменить капусту крапивой. Есть несколько важных нюансов. Собирайте зелень для овощного супа, когда она достигнет 10-15 см. Не дожидайтесь цветения крапивы. Ориентировочно правильная крапива растет с конца апреля до 20-х чисел июня. Чтобы не обжечься, наденьте плотные перчатки. Позже обрежьте стебли крапивы и обдайте дикую зелень горячей водой. В рецепте используйте только листья крапивы. Из крапивы можно готовить не только супы, но и различные вторые блюда вроде котлет, ризотто и даже пирогов. Если вы решили использовать дикую зелень не в супах, предварительно погрузите крапиву на несколько минут в кипяток. Как приготовить легкие супы для всей семьи или какие блюда стоит есть худеющим? Готовьте интересные блюда из полезных и сытных продуктов, чтобы оставаться здоровыми.